Привет, друзья! Как вы уже поняли, я открываю сезон. Ой. У нас выходной, Пасха. Ну и 11 часов, говорят, уже бюргомастер цайт. Так что открываем бутылочку пива. Ехал, за бортом было 7 градусов, сейчас 10. Ну что, с открытием меня карпового сезона, 29 марта, Страстная пятница, но я атеист, поэтому думаю, мне можно, Боженька простит. Атеист, Боженька простит за удачу. Надо же было, блин, в это время взлететь на дроне. Утащил теперь, по-моему. В садке, друзья. Фу, первый карп в этом сезоне.
Блин, пришлось быстро возвращать дрон. Пока посадил, он всю эту дорогу тащил. Ну, сейчас мы его сюда вытащим. Так, не уверен был, включил камеру или нет. Включил. Фу. Хорошие друзья, ё-моё. Не зря крючки поменял. Перешел на четвертый номер. До этого рыбачил на... Так, здесь уже я отцепился. Ё-моё, сидел-то еле как. Так, мне тебе надо аккуратно, потому что подсак. Крючок зацепился за подсак. Ой, друзья мои. Так, как тебе это взять? Ё-моё. Вот такой красавчик. Тихо, тихо, только не дёрни сейчас. Руши. Сейчас сваживаем. Ожидал так рано поймать весной, что ничего не приготовил. Так, 8 с копейками, но почему-то весы опять не фиксируются. Не фиксируются. Но... Поверьте мне на слово, 8 чем-то килограмм, я думаю, по нему и видно. Крючок в сачке, друзья, это означает только одно, что он... Крючок в сачке, друзья, это означает только одно, что он... О, все, уже отцепился. Пока, блин. С этими камерами. Так, что здесь? В общем, он уже соскочил у меня в подсаке с крючка. Вот как повезло. Стейк.
оленины. Клевка еще одна была, но просто поклевка. Это же обалденно, блин. Ничего нет лучше утром рыжего черного крепкого кофе. Время 8:30, друзья. Ну, встал уже в 7. В общем, ночью еще немного было. Был в паровозик, протащил чуть-чуть. Я даже встал, штаны одел. И все, и бросил. Блин, не засекся. В принципе, хорошо провел время. Мне этого одного хватит. Я все думаю, забрать его или отпустить. Жалко почему-то, блин, он такой красивый. 8 килограмм карпик. Выглядит коротким, но такой толстый. Сейчас схожу к соседу, узнаю, что у него там. Было, нет. Не часто такое бывает. Приезжаешь с утра и в 12 уже рыба. И все потом. Обычно карп ночью. Но 30 марта. Ничего удивительного, наверное. Рано еще. Только начало. Весна, сопли. Ну, в общем, у соседа тоже ничего не было, ну, кроме маленького леща, говорит. И все. Значит, мне вчера крупно повезло. Я даже сам не ожидал. В общем, буду собираться. Следующее озеро буду пробовать новое. У нас добавили в рыболовное общество. Озеро вообще классное, я уже туда ездил. Смотреть, но только с 1 апреля. Капитальные такие места прям. Но я думаю, там будет полно народу, потому как оно разделено на 4 рыболовных общества. Короче, ну, в пятницу с работы сразу туда место занимать. В общем, будем посмотреть. Ладно, всем удачи и пока, друзья.